Мы озвучили истории детей и подростков, которые не могут сделать это лично. Недавно мне исполнилось 17 лет, а терапию я принимаю с 8. Фактически, я сама догадалась о том, что у меня ВИЧ-инфекция. Тогда я спросила у родителей, и оказалось, что я права. Мне кажется, ребятам, узнавшим о своем статусе, обязательно нужно встретиться с ВИЧ-положительными ровесниками. Ничего не бояться, не паниковать и не переживать. Иногда я забываю вовремя выпить таблетку, и тогда я съедаю ее, когда вспоминаю. Я понимаю, что терапия может оказаться неэффективной из-за пропусков. Теперь мне приходится ставить себе будильник. Я очень не люблю, когда меня жалеют. Одна девочка плакала из-за жалости ко мне. Другие просто спрашивали, правда это или нет. Я сказала, что все это шутка. Я больше не открываю свой статус. Иногда я чувствую себя одинокой. Наверное, как и все. Я занимаюсь спортом, люблю готовить, танцую хип-хоп. Я уверена, ничто не помешает мне создать хорошую семью, стать матерью и получить профессию мечты. Надо просто поставить себе цель и идти к ней.